Сейчас. Давай. Поехали. Души, души. Мишань, покури. Зараза, гля, блин. Вот тема, ну понятно, электрический, самодельщина. Инженер придумал, наверное. Ой, видал как? Хоп. Распылитель бы только получше, наверное. Блин, ветром раздувает. Ух ты. Дрянь, а. Не подойдешь.
что ты пустой? Водичка качается. Все, да? Все, я пошел. Сейчас вот это добью. Фу. Вот, а пошло, скорее всего, вон оттуда, от края. Там кучка травы. Судя по всему, ее или подожгли. Вот, так как ветер дул сюда, все это раздуло. Вот очередной костерчик наделал беды. Мишань, экономь воду, глянь. Пошло туда распространение. Пойдем останавливать. Там уже дома. Мишань, ты так стал интересно. Со стороны не то кажется. Ну да. Вот, все, дальше не пошло. Ну такая вот штукенция, не хитрая, да? Аккумулятор. От шуруповерта, а моторчик обычный автомобильный омыватель. Литров на 40 бы. Да. Там уже слышишь и аккумулятор бы тогда поболя емкостью. Так, ну все. Наверное, костерчик где-то там полили. Все может быть. Да не все может быть, а так оно и есть. Ветер туда был, и сюда его и подуло. Ну, я ж тебе говорю, вот. Либо вот там где-то, где... А где зело, аж там еще дымит. Все может быть. Все, осталась выжженная земля. Заря 1.35, 1.35, 11. 1.35, 11, заря 1.35 на приеме. Ликвидация. Вас поняла, ликвидация 15.32. Отлично. Наверное, принимаем, Мишань. Держу. Бросай. Слышишь? Вот туда ее глянь. Вот видишь, там впадина вроде. Хватит нам одного рукава. Ну попробуем. Пробуем сейчас. Yeah.
Пошла? О, видно, видно. Это что, набрал? Да. Все, набрал? Да. Быстро. Ты что, 125, ты прикинь? Быстро, конечно. На гидранте есть, блядь, раз и все. Ну просто она грязная, что? Все. Осторожно, узкий мост. Да. Красотища. Ради этого мы приехали. И последнее. Хорош. Я думаю, достаточно.